по Борису, спасибо болельщикам, которые приехали нас в сложные минуты поддержать. Я думаю, что сегодня тот бой, который мы дали Локомотиву, и решил исход матча, конечно, были помарки небольшие в игре, но без этого нельзя. Команда Локомотив мощная, сильная, с прекрасными исполнителями. Я думаю, та заряженность, которая сегодня была у наших футболистов, ее нужно все-таки признать. И при счете даже 1-0 было наверное, вот цель ноты большой, когда сели в оборону, штангу получили. Но потом справились с эмоциями, пошли дальше, могли забить и второй, и третий гол. Чуть повнимательнее сыграли на контратаке, я думаю, что счет может быть и другим. Хотя Локомотив, надо признать, что имел тоже свои возможности. Ну, доволен той организацией, которая была на футбольном поле. Все-таки первый тайм практически не дали Локомотив создать ни одного момента, хотя и у нас тоже особо моментов не было. Но с такими командами нужно играть на результат, нужно играть на ноль, что сегодня наши футболисты продемонстрировали. Еще раз огромное им спасибо за ту самоотдачу, борьбу и желание победить после непростых матчей, которые мы на это провели. Спасибо. Пожалуйста, какой будет вопрос? Пожалуйста, из-за отсутствия домашних матчей, согласны вы, что вам не хватало поддержки болельщиков? Ну, я думаю, что каждой команде не хватает поддержки своих болельщиков. И мы знаем, какая у нас прекрасная публика, которая приходит. Приходили в Уфе, когда мы играли там, и сегодня приехала делегация, которая была слышна все 90 минут. Ну, всем приятно играть, когда трибуны заполнены, тебя поддерживают. Ну, сложно, но будем двигаться дальше. Еще раз им огромное спасибо за те минуты в футбольном поле, которые они переживали и болели. У кого еще будет вопрос? А можете назвать стадион «Звезда» счастливым для Уфы? Ну, сегодня он счастливый, посмотрим, как будет дальше. Спасибо огромное, что приняли нас. Да. Мы рады приезжать сюда, уже породнились, можно сказать. А еще вопросы? Спасибо. Нет.